Этот Марии, приятного аппетита. Никому обмен на дракона не нужен? Да. Нет. Короче, Рустаму надо, чтобы он закинули девочки одна, а он закинет этому человеку сразу же. Сейчас, наверное. Узнай, я узнаю точно время. Давай. Сейчас Мария узнает. Отправил. А, насчет этого? И что, кстати, они сказали? Нормально подошло этот код ID вот этот. Мой капитан. Все мне о нем поет. Thank you. Весь после смягчения карантина с вами нас открыть ваш фитнес-центр. Я опрос по результатам опроса. Сейчас, секундочку, она мне тоже, кажется, отправили. Дай бог. А когда, на какое число поставят, не сказали? Просто проголосование, что придут. 10%. Да, так как и исходно. Мы решили открыть наш зал. Я все говорю. Хотят посещать зал, должны приобрести заранее месячные абонементы. За число желающих. Достиг 75. Мы откроем наш фитнес-зал. Офигеть. Мы хотели в зал пойти, а он не открылся. Думаю, с новой недели будет. Блин, серьезно? А на выходных нельзя? На выходных на работу, на работу. Много. Сейчас. Спасибо. А, нет, хотя завтра я еду на туда куль. Нет, лучше в понедельник. Блин, я забыла. Завтра я не буду работать. Блин, теперь он не отвечает. Что за люди, а, блин. А ты, Мари, нашла? Пипец. Точно говори, может. Сейчас. Да нет, вроде бы только завтра буду отдыхать. Но завтра воскресенье, и у нас открытие вечеринки. Ты давно нет, сегодня собиралась, но и то зал закрыт, по-моему, еще. Сейчас мне Шахназ отправила то, что зал закрыт, так что получится ли пойти. А так хотела спортом заняться. Да, в понедельник хорошо будет. Спасибо, Артур. Все, Мари, не берет Рустам. Значит, не нужен дракон. Хорошо, я сразу напишу. Ты будь на связи, пожалуйста. Как он отпишется, я сразу напишу. Но я думаю, если он не берет, значит, он нашел сам уже. Что там твоя New Terry? Все такие деловые. Ты что думал? Тут в Бига одни деловые колбасы. Деловые колбасы.
Что-то у вас звука нет, что ли? Нет звука? А, нет, все нормально. Ты совсем Есть? деловой? Ты почему деловой, Артур? Потому что ты дома отдыхаешь, и мы работаем. Прими. Сейчас, подожди, мне телефон купит. Бывает. Всегда. Как делишки у тебя? Нормально, пытаюсь сделать маникюр. А ты сама?